Всем привет, ребят, с вами Фрид. Последнее время мне не с кем общаться. И тут я вспомнил, что есть боты. В буквальном смысле боты, которые умеют контактировать с людьми. Роботы, андроиды, трансформеры. И это все в одном. Это бот Иви. И какой-то странный парень, который бойбот. Бо-и-бот. Бо-и-бот. Окей. Как дела? Всегда надо начинать вопрос с этого. Делами все хорошо. У тебя очень странный голос. Наверное, у меня тоже. Ты делаешь? Ничего. А что планируешь сделать? Удерживать себя. Что? Что? Я тебя не совсем понял. Он сейчас заплачет! Фильмам мне больше нравится, что непонятно. Я с тобой согласен, это прям писец. В фильмах мне тоже больше нравится, что они понятны. Что? Что ты, блин, говоришь? Я говорю, что я только что рисовала. Это же парень! Какого черта? Ты рисовала? Ты же парень! Нет, я человек. Объяснил-то как? Шикарно. Я не знал, что ты че... Что? Ты парень. Нет, я человек. Парень не человек? Я человек, ты бы хотела иметь тело? Думаю, да. Почему бы и нет? А почему бы тебе не свалить? Согласен, пока... Куда? Куда мне идти с тобой? Куда мне свалить? Куда ты меня хочешь? Я тебя не хочу. А я хочу. Какого хера? Ты же парень! Я хочу тебя. Ноль. Я тебя не хочу! Иди ты! Я не из этих! Нет! Нет! Ты меня не хочешь? В смысле? Потому, что я не из этих! Что ты хочешь этим сказать? Ладно, давай начнем все сначала. Ты любишь пони. Да, мать его! А я да, нам не о чем с тобой разговаривать. Мне кажется, ты делаешь... Ты делаешь... Ошибку! А мне кажется, что кто-то сейчас получит. Кто же? Прокляну. Кого? Кого хочешь? Прокляни... Себя! Кто тебя сделал? Сам Бог! Бог начальной школы? Да! Если тебе понравился видос, залепи-ка сюда ты лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял нажал, ведь я просто так сказал. Па-да-да, па-да-да, па-па-па.